Ребят, привет! Практически бежал. Напишите, пожалуйста, как меня слышно. Какой звук? Да, почти красная шапочка. Напишите и пытаюсь найти, есть ли были вопросы какие-то, чтобы начать с вопросов. Так, в школе автономии там чистые, сухие. Вопросов, по-моему, нет, либо я не нашла. Так, Алена, если ты смотришь, не вижу я. Напиши, пожалуйста, мне завтра, мы как раз с тобой хотели. По поводу программы я тебе скажу, чтобы ты уже понимала, насколько это актуально. Насколько это актуально для тебя будет. Вот. Класс. Так, ну если вопросов нет, то, ребят, я бы хотела, почему я такую тему начала. С глаз колдунов. Ну, понятно, конечно же, что она не просто тема, не просто она откуда-то взялась. Она как раз взялась из ваших вопросов. Мне очень многие люди, причем с каждым разом, вот, наверное, в день поступают комментарии 5-7, где мне задают вопросы: Светлана, как быть, когда я чувствую, что меня сглазили, как быть, когда я вижу, что вот этот процесс каких-либо действий, не бездействий, действий, которые должны привести к определенному результату, вот я иду, и в последний момент что-нибудь такое раз, и все, вот я чувствую, что меня сглазили. Очень много на сегодняшний день, ну как много, немного, вру. Несколько человек написали, те люди, которые себя называют контактерами. Мы тоже о них, наверное, слышали уже, да? Вот, тоже начинают писать, как быть, что происходит с нами, что происходит, ну как пишешь, что происходит со мной, что происходит с моим телом. И если я все-таки решу своим телом пользоваться, распоряжаться в свое удовольствие, то как мне быть, потому что у них там какие-то неверные контракты написаны, записаны. И это действительно имеет место быть. Это, наверное, не в том смысле, когда мы говорим вот этот вот сглаз. Вот кто-то прошел, тебя сглазили, да? Это, наверное, я вам сейчас расскажу. Ребят, все-таки отпишитесь мне, пожалуйста, как звук, потому что мне это все-таки важно. Вот, а то я говорю, а если кто-то не слышит, будет не очень-то хорошо. Далеко. А, что далеко? Звук далеко. Звук далеко. У меня плоховато, тоже пишут. Ну, я вроде зарядила наушники. Не знаю, давайте попробую погромче говорить.
Подвисает. Ребят, буду решать вопрос с интернетом. Попробую завтра его порешать. Завтра, послезавтра. То есть на этой неделе я попробую его все-таки решить. Послезавтра не обещаю, потому что послезавтра, по-моему, второе число, мы едем на Дольмены, да, ребят, кто помнит, кто с нами в Сочи, едем на Дольмены. И картинку убирать неохота. Блин, вот у меня показывает шкала 4G. Может быть, у меня что-то в настройках телефона. Возможно. Я как бы такой, знаете, пользователь гаджетов, ну, вообще, профан-профанище. Привет, Джордж. Я почему и покупаю все время одни и те же телефоны, потому что чтобы мне в них не разбираться, потому что я этого не умею делать. В мой дом нельзя провести проводной интернет. Да, к сожалению, вот такое вот есть. Единственное, что могут провести, это как бы через телефон, но скорость будет 10 мегабайт, 10 мегабайт, не 100, 10. Это как хороший мобильный интернет. Я просто не знаю, насколько он тянет, как бы все оплачивать. Все вот это вот подключение, как они называются, вот эти вот роутеры, все, есть смысл или нет. Попробую я завтра сходить в салоны, еще в салоны связи, и там посмотреть, как раз, может быть, я куплю какой-то отдельный интернет, еще какую-то дополнительную симку. Может быть, у меня что-то на телефоне есть, что нужно подправить. Не могу понять. Ну вот нету в доме, вот как назло, нет в доме проводного интернета и нет возможности сюда провести. Хотя центр города, ну вот так вот. Ничего поделать с этим не могу. Вот. Поэтому давайте как-нибудь еще недельку потерпим в таком режиме. Я думаю, все равно что-нибудь придумаю. Вот. И как раз кто помогает мне со всеми вот этими вот штучками, с Ютубом и со всем, наверное, кто-то найдем какое-нибудь решение. Вот. Не знаю, может быть, кто-то посоветует что-то еще, потому что в этом не разбираюсь. Может быть, у кого-то какие-то есть навыки, какой-то опыт есть, как улучшить этот интернет, что сделать, либо какую сеть взять, либо что взять. Если посоветуете, ребят, я буду, правда, очень признательна, потому что, ну, от слова совсем я в этом не разбираюсь. Это такой поросенок прям вообще. Вот. Поэтому пока вот, видимо, правда, очень постараюсь этот вопрос решить, но ну, сейчас вот так. Смотрите, как я вижу вот эти вот сглазы и сглаз и вот, как говорят, порча, да? Когда человек стоит перед тобой, когда обязательно, если мне человек разрешает посмотреть на него, то есть не на него, как на физику, да, а на его ауру, то есть на консультациях, там, на каких-то личных встречах, еще чем-то, вот когда при личном каком-то общении, когда он мне разрешает это видеть, то я, конечно, тогда могу посмотреть. И тогда сразу же видно, у человека, который определенным путем, определенными своими действиями, определенными своими сомнениями в самом себе, у нас есть как такая сфера, купол, я не знаю, как назвать, но, в общем, мы в таком круге, в овале находимся. Это наш энергетический сгусток, это то, что я вижу, может быть, я неправильно вижу. И у некоторых людей он достаточно, как бы он практически без изъянов, ну, полностью без изъянов, я, правда, не видела еще ни одного. Вот, и некоторые бывают, они как решето, они как будто вот дырявые, вот эти вот, вот эта вот энергетическая сфера как будто дырявая. И вот эта вот дырявая сфера, вот эти вот дыры, это как раз вот то, про что обычный человек говорит с глаз.
это то, когда у тебя есть вот эти вот дыры в твоем энергетическом поле, когда через эти дыры может зайти любая другая энергия, которую ты не всегда можешь отследить. Вот. Как она, можно ли ее залатать? Да, можно. Там не было, нет такого, что там остаются там какие-то заплатки, шрамы, еще что-то. Нет, ты энергетически сначала тоненьким пластом идет, потом он все увеличивается, увеличивается. Тем, как только ты становишься сильнее в этом моменте, оно становится нарастать, и туда уже ничего попасть не может. Что это такое? Как это я вижу? То есть мы, каждый человек, растем, воспитываемся в определенных кругах общества, в определенном социуме, с определенными мирозаключениями, мировоззрением. На расстоянии можешь посмотреть человека? Не всегда, иногда бывает, что да. Попозже чуть твой вопрос полностью прочитаю. Вот. И когда у нас идет какое-либо сомнение, то есть смотрите, вот человек, например, работает, да, например, возьмем обычную какую-нибудь деятельность, бизнес, деятельность, это может быть бизнесмен, у которого там заводы, пароходы, это может быть просто там частный предприниматель, это может быть домохозяйка, у которой есть свои дела, свое деланье, то есть у каждого человека есть какое-либо делание. И вот когда мы делаем какое-либо делание, и мы от него в восторге, и мы четко знаем, когда мы четко знаем, что мы делаем, когда мы идем в полном, в тотальном доверии к самому себе, у нас это делание, оно просто вот так, оно как кормилище, вот оно расширяется, оно утолщается, уплотняется, оно становится таким вот большим, всеобъемлющим, и это энергетический поток, то есть его не сломи, его не так, и он настолько неподатлив, а он настолько эластичен, то есть если есть какая-то преграда, она может быть неимоверно сильная, кто-то тебе прям скалу поставит. Если вот это вот твоя энергетическая уже вот отрасль того, что ты делаешь, вот ты вот укоренившийся и устоявшийся, он вот так вот обойдет. Он не разрушится, он не, ничего, он не остановится вот на этой скале. Он пойдет эластично, он найдет себя как вода. Эта вот энергия, она будет как вода. Он найдет любой выход, потому что вы четко знаете, что вы делаете. Что вы делаете? Почему вы это делаете? Как вы это делаете? Вы это знаете настолько досконально, что вы все равно придете к тому результату, который есть. Ну вот смотрите, на примере просто домохозяйки, наши замечательные домохозяйки, да, как это выглядит. Вот, например, она начала варить борщ. Все, она этот борщ варит там 7 раз в неделю, там, например, да, неважно сколько. Она знает реакцию, она знает исход, то есть она его варит для того, чтобы была какой-то, был конечный результат. Какая-то похвала, там, какие-то там, может быть, физическую активность у того, кто это кушает, она видит, там еще что-то. То есть определенный вот этот вот критерий, по которому она будет потом думать, как она приготовила этот борщ, действительно ли она выполнила вот ту задачу. И с каждым разом, как она его готовит, с каждым разом это все укрепляется и укрепляется. Причем это укрепляется так, что если, например, ей сегодня там, вот там неделю подряд муж говорил, там, ой, такой великолепный борщ, а сегодня он пришел не на настроение, говорит, я даже борщ не хочу. На нее это вообще никак не повлияет. Она четко будет знать, что он не на настроение, а борщ у меня точно такой же. То есть, вы представляете, насколько она укоренилась в этом? И вот, например, кто-то ставит какой-нибудь набалдяжник, да, это мы просто вот на этом борще пример, то есть это же может быть глобальный бизнес, да, и кто-то ставит вот какую-то преграду. Ну, например, я не знаю, там, пока она готовила борщ, например, она готовит борщ с квашеной капустой. А там приехал кто-то из родственников и съел эту квашеную капусту, ей ничего не сказала, она не знает. И она, когда будет варить этот борщ, она точно, она 100% найдет решение, что ей сделать,
чтобы сварить либо без капусты, либо с сырой капустой, либо она сбегает в магазин и возьмет, там, купит квашеную капусту, либо сходит к соседке. Неважно, у нее будет миллион решений, чтобы этот борщ доварить. Она его не оставит в кастрюле на полпути и не пойдет его сливать в унитаз. Она его все равно доделает, потому что она четко знает, к чему она идет, она четко знает, что от нее требуется, что она может, и она этот борщ, она может сделать эти вариации миллион. И это касается любой деятельности, то есть чем больше мы идем в своей деятельности, ну, например, кто-то там начал какой-то бизнес, это там какой-то бизнес, кто-то начал там заниматься спортом, и ему это нравится, и ему говорят, ой, ты смотри, уже неделю ходишь, а сало так и висит. Если он в себе укоренился, он скажет, как бы, нормально, нормально, подожди, как бы, это мое сало, я знаю, как с ним быть, все. И он придумает себе нет другие занятия, он сделает себе другие тренажеры, пойдет на другие там, сделает на другую группу мышц, пойдет с другими тренажерами себя еще пробует, там еще что-то. То есть он все равно пойдет тем путем, который приведет его, этого человека, к определенному результату. И он будет к нему идти, укрепляя этот энергопоток. Но если он в этом не уверен, вот ему там сказали, это он говорит, о, наверное, я что-то делаю, наверное, это не мое. У меня и мама была толстая, и бабушка была толстая, и прабабушка была толстая, видимо, это не мое. И этот энергопоток, который у него пошел, он у него пошел, ему нужно уже выйти, то есть он у него, чтобы не стух в его вот этом куполе, он у него пымс и пробился, и вот эта вот дыра энергетическая. И вот таких вот дыр, вот этой вот неуверенности в нас самих у нас очень-очень много. И когда кто-то, например, говорит, то есть вот это вот, чем больше дыр, тем больше наша неуверенность в себе. Чем больше наша неуверенность в себе, а ведь многие люди ведь видят эти дыры, на самом деле очень многие. Вот, но если даже кто-то не видит эти дыры, то это логически понятно, что эти дыры есть. Я правда говорю, что я не видела ни одного человека, у которого была цельная аура. Вот это вот, я не знаю, как ее назвать таким словом. Цельный этот вот купол. И который человек хочет себя подзадеть, он, может быть, даже не знает про эти дыры. Но если кто-то специально хочет, например, говорит, вот так-то, 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 и он попадает в какую-либо из дыр, потому что он попадает именно в тот энергетический ресурс, который прервал. Но ты либо этот энергетический, что такое залатывание вот этих вот энергетических дыр? Это когда ты начинаешь себя раскручивать, вот что мы и делаем, да? Вот ты вот это не можешь сделать, чтобы что. И когда мы начинаем раскручивать, мы находим вот этот вот кончик вот этой вот ниточки, где она оборвалась из-за твоего сомнения. И когда мы его видим, вот это вот оборвалась из-за твоего сомнения, либо мы ее начинаем продолжать, показывая самому себе, что я могу, как бы, ну я могу, а что это так, зачем я дал заднюю или дала. Либо мы ее начинаем вновь вытаскивать, либо мы ее начинаем вот эту вот ниточку переводить в другой, потому что это же энергия, она же у нас здесь циркулирует, она дальше не пошла, но она из нас энергию-то высасывает, продолжает высасывать, только она высасывает это, вот эту вот в никуда. И мы тогда думаем, либо мы начинаем эту энергию залатывать, вот эту вот энергетическую дыру, либо мы эту энергию, когда мы понимаем, что нам нужно не совсем вот это и не совсем так, да что ж такое, ты сегодня мне не даешь эфир-то вести, то мы эту энергетическую думаем, о, да, мне вот этот спорт, я хочу спортом заниматься, и я готов там, и сало мне висеть не будет, но я не туда пошел, мне нужно идти на танцы. Вот танцы я хочу, чего раньше не подумал, блин, мне так нравится танцы. И ты эту энергию, вау, и все, и ты ее переключаешь, и как только ты ее переключаешь, вот здесь вот уже дыра, она как бы ни к чему, и она потихонечку начинает вытягивать. А ты начинаешь новый энергетический поток усилять в самом себе. Новый энергетический поток, когда нет вот этой вот дыры, вот этот энергетический поток, который идет из нас, а их много, их миллионы, вы даже не представляете, из нас энергия-то не одним лучом. Вот этих лучей идет
миллиарды из нас, вот этих вот прямо лучиков, ниточек, я не знаю, и это кажется, что это просто вот свет, а если вы, как, не знаю, не поближе присмотритесь, поближе, наверное, глупо сказать, да, присмотритесь, а если вы начнете различать, это прям отдельные ниточки, отдельная энергия, и они вот так вот как раз и распространяются, они как бы уплотняют, чем больше мы уверенности в нас самих, за каждое наше действие, у нас вот, это вот, вот этот вот наш купол, наш оберег, я не знаю, как его назвать, свалился все-таки, он начинает уплотняться, но он уплотняется не за счет того, что мы потом не получаем к себе какую-то энергию от, извне, а он начинает уплотняться как передатчик, как усилитель передатчика, понимаете? То есть, если в нас изначально в дырявый попадает луч, то он распределяется, он не знает, куда попасть, все. А если вот в этот передатчик, он как усилитель, это как фен включенный, бросить в воду. Все, мы отсюда энергия идет, отсюда идет энергия. И вот этот вот усилитель энергии, он вот так вот возрастает, 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 и мы как передатчики получаемся. И мы, когда видим, что наша помощь нужна, вот эта вот какая-либо энергетическая, кому-либо, неважно кому, если человеку действительно она ему нужна, а нужна это не когда он говорит там, ой, ну дайте мне, пожалуйста, там на хлебушек, там еще что-то, а нужна это, когда он идет туда, и ты чувствуешь, что вот это вот, чувствуешь, от каждого человека чувствуешь движение, если ты чувствуешь, что у него движение уже готово, он настолько продвинулся до определенной ступени, когда ты чувствуешь, что он до определенной ступени, когда ты понимаешь, что ты своей энергией его не разрушишь, а наоборот вытащишь, ты ему даешь эту энергию. Вот что такое помощь. А когда ты видишь, что там человек, то есть мы же своей энергией можем разрушить, а когда мы видим, что человек, например, вот ты настолько энергетически, там, ты на определенный порядок, на определенную плотность энергетически. И если ты видишь, что там другой человек, то он капается, плюхается, там еще что-то, и ты хочешь ему помочь. Бывает такое, что мы своей энергией начинаем разрушать. Это как раз и говорится про то, что медвежья услуга. Когда ты видишь, что он, например, начинает барахтаться, там, например, говорит, ой, мне, я бы вот хотел пописать, я так хочу писать, я так люблю писать, я так люблю это. Ты говоришь, ну как бы, смотри, перед тобой листок бумаги лежит. А он говорит, ой, да, а я так хочу писать, я так люблю писать, я так, мне так нравится писать. Если ты на этом этапе поймешь, что как бы он должен самостоятельно перейти вот эту грань, я хочу, я могу, я к деланию. То тогда, когда он скажет, ой, слушай, что я ее не видел, действительно, все, я беру, спасибо. И ты после этого можешь дать ему ручку еще. И это будет, вот ты свою энергию, как бы ты через него удваиваешь свою энергию, и он начинает расти. А если он говорит, не листочек, да, передо мной лежит, ой, я так хочу писать, я так люблю писать, и ты ему даешь блокнот. И ты его этим блокнотом убиваешь, потому что он не просил тебя блокнот, он тебе просто говорил, я хочу писать, я люблю писать. У него только на этом все закончилось. И когда ты ему даешь этот блокнот, ты его сразу же уничтожаешь. Он сразу же откатывается назад, потому что он уже не может даже сам себе сказать, я хочу блокнот. Ой, я хочу писать. Понимаете, ребята, о чем я говорю? То есть мы всегда можем помочь только тем людям, которые, если мы видим, что они стремятся, если мы видим, что они хотят, если мы видим, что они понимают, воспринимают и идут, если мы им даем вот этот толчок, который они там от нас как-то деликатно просят, да, то мы за счет того, что мы им даем этот толчок, мы через них протекает наша энергия, и она выходит, она уже выходит, то есть пошла такая, вышла вот такая вот. И мы еще энергетически вау, и дальше пошли. И точно так же и он. Когда он принимает у тебя энергию, он принял у тебя энергию, он сразу же идет в расширение, вот эта штука идет сразу же в расширение, и он сразу же может тебе отдать. Когда он отдает через этот усилитель, через расширение, он уже понимает, что он уже может вот это вот отдать. Если он может вот это отдать, то уже принять он может вот это. Ребят, наговорилась сегодня, как обычно я.
Скажите, понятно вообще, что я сегодня наговорила? Понятно, что такое сглаз? Понятно, как он появляется? Понятно, как это все убирать? То есть мы настолько творцы своей жизни, что мы любой сглаз, любые контракты, все, вот что есть, мы можем убрать. Просто я в некоторых моментах, я правда не знаю, как их убирать, но я думаю, что это недолго, я не знаю, потому что... У меня есть подруга, и она как раз мне покажет, как правильно. То есть я знаю, что это можно убрать, я сам механизм некоторых убирания контрактов не знаю. И мне вот буквально в ближайшие дни подруга это покажет. И когда я это через себя проживу, я уже допишу другую информацию. Вот. Скажите, ребят, есть вопрос? Если кто-то хочет задать, поднимайте ручку, я включу микрофон. Либо пишите. Я все вопросы вижу. Так. Мне просто понятно, вообще все, что я сейчас наговорила, это вообще понятно, потому что тема достаточно новая, которую я сейчас озвучила. Это, да, сейчас, Оксан. Оксана, говори, я тебя включила. Здравствуйте. Да, я хотела сказать, что все понятно. Ага. Мы сами себе делаем сглаз и сами можем его убрать. Вот, я поняла это так. Так, Алена пишет, уверенного в себе человека невозможно сглазить, получается. А, на Ютубе вопросы, сейчас все гляну на Ютубе вопросы, ага. Уверенного в себе человека невозможно сглазить в том аспекте, в котором он уверен в себе. Вот смотрите, уверенный человек, чтобы дойти до цельности, это очень большой путь. То есть я сейчас уже понимаю, что я тоже не дошла еще до цельности. Я настолько еще начинаю, я еще настолько в себе ковыряюсь и все время что-то нахожу. И смотрите, вот, например, во многих аспектах меня невозможно сглазить. Но вот я, если честно, еще пока не могу сказать, в каком аспекте меня вообще можно сглазить, потому что у меня как бы вот это вот ровное состояние, но как бы оно уже давно идет, поэтому... Но, например, один человек там, вот он вот весь хорош, да, но у него есть момент, например, он... У него не совсем хорошие отношения с детьми или с мамой. Это же очень часто бывает. И вот если он здесь чувствует в себе вот эту вот слабинку, то его через этот поток можно продырявить, так скажем, да? Вот. Если он в себе вот эти вот моменты не вскроет, не вытащит наружу, почему у тебя такое отношение? Почему у тебя такое восприятие вот этого отношения к самому себе? Поэтому, если у него все проработано, я, вот чтобы прям все было проработано, я таких людей тоже прям, чтобы прям все досконально было, я тоже таких особо не видела. Вот, но у меня очень много вокруг меня сейчас людей, которые очень самодостаточные. И я не могу сказать, что вот они прям их кто-то сглазил, но энергетические дыры у них есть от самого себя. Чтобы уже кто-то сглазил, уже, наверное, нет, уже не тот уровень восприятия другого. Уже, как бы, скорее всего, он дырку не пройдет. А вот свои еще какие-то тараканы, еще их, да, нужно прорабатывать, еще дырочки есть. А, слышно, не идеально уплывает иногда, да. Плохо слышно, погромче. На полную, ребятки, здесь. С помощью воздержания от еды можно залатать дыры в ауре. А, Марфа Николаевна. А, Марфа, смотрите, с помощью, я уже не раз говорила, что когда мы отказываемся от еды и от жидкости, либо просто от еды, это наш инструмент, это не волшебная пилюля. То есть, когда мы убираем жидкость, когда мы убираем еду, либо облегчаем еду, тогда у нас организм работает не на внутрь себя, перемалывая там что-то, а на из себя, доставая из нас паттерны поведения.
И когда мы минимизируем еду, тогда мы через доставание из себя мы очень многие моменты прорабатываем. То есть это только инструмент, это не волшебная таблетка. То есть бывают такие случаи, когда человек не ест, и он не ест настолько тяжело, потому что там вот тот автоном сказал вот это. У нас же все автономы же жуткие, прямо до безумия. Вот этот автоном сказал вот это, вот этот сказал вот это. Вот. И он не ест не потому, что он себя прорабатывает, а он не ест, потому что он стремится намотать определенные часы, чтобы ими потом похвастаться. Там вообще никакого раскрытия нет. Он обнуляется и по физике, и по психике. Потому что мне сейчас пишут люди, которые просто вообще, вот я слушал того-то, я слушал того-то, я делал вот это. То есть у меня вплоть до того, что мне человек, который практически уже, ребят, сниму порчу дорого, да, вот. Мне человек написал, практически, который уже его чуть ли не в дурку, родственники уже начали говорить ему, все, давай. Что он делал? Он для того, чтобы намотать эти сухие часы, наслушавшись автономов, великолепные могут быть автономы, но они рассказывают свой опыт, мы будем примерять это все на себя. Вот. И он, чтобы ему... у него была очень большая слабость, и кто-то там сказал в эфире, что чтобы этой слабости не было, нужно через физику прорабатывать, он начал бегать. У него ничего не запустилось, потому что внутри шла проработка. О чем я говорю, это сильная проработка, то нужно довериться своему организму. Вот. И он начал бегать через «не могу» и через «не хочу», и у него повело позвоночник. У него повело каркас, повело позвоночник. Он говорит, я бегал до последнего, я думал, что я вообще даже не смогу, но вот я вот последний раз вот на каких-то там сутках сухих, я пробежал 3 километра. Я уже до дома, я уже доползал. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну как, ну чтобы запустить автономный реактор, который находится у нас в животе. Я говорю, ну вообще, я просто космонавты, летчики у нас все, летчики и разработчики. У всех какие-то реакторы стоят, у всех еще что-то. То есть вот наслушались, а вот это вот между строк читать-то не научились. И это приводит к таким убийственным результатам, что не надо, ребят. Вот. Отрегулировать. Разве только через внешнее проявление можно запустить энергию? Или чисто на энергии можно отрегулировать? Через внешнее проявление запустить? Почему через внешнее? Через внешнее, через внутреннее, только через внешнее. Мы же есть и внутри, и снаружи. Если мы не будем разъединять вот это, вот у нас очень многие любители, да, они есть тело. То есть я отдельно, тело отдельно, мысли отдельно, ум отдельно, душа отдельно, дух отдельно. И все вот такие вот разъединились, в шифонере по полочкам себя разложили, и а ты-то где? И потом говорит, а что мне делать? Ну, как бы ты вообще в единение-то приди в себя, в единого, в цельного. И после цельного доставай из себя. Тоже тебе, вот тебе это мешает, чтобы что? То есть ты не делаешь определенные вещи, чтобы что? Ты же их не делаешь по определенным причинам. Я не делаю какие-то вещи по определенным причинам, потому что начинаю прорабатывать, почему я это не делаю, почему я это, почему я то. У нас же очень многие, еще смотрите, вы, наверное, не раз уже слышали, что у нас, что ты тут крутишься, ты мне мешаешь. Иди в душевую. Хорошо. Я забыла, про что начала говорить. Про единение, разъединение. А, вы смотрите, вот про что хотела как раз сказать. У нас же сейчас
У нас же очень много сейчас идет речей, но сейчас как-то поменьше стало. Но, может быть, я не залажу в интернет, может быть, еще как-то. Но вот одно время прямо у нас такой пик был, да, что все нужно делать без денег, все нужно делать там на каком-то энтузиазме, все нужно делать так-то, так-то. Но смотри, все люди, которые на сегодняшний день говорят, что мне деньги не нужны, я готов без денег, я готов без всего. Посмотрите, насколько они злые по отношению к тому, у кого есть деньги. Это о чем говорит? Вот, например, если кто-то любит соленое, и вы видите, вот вы пришли с подругой, там, с другом, неважно, в кафе, и вот вы садитесь чай пить с сахаром, а он чай садится пить без сахара. Вы же на него не накидываетесь. Почему ты пьешь чай без сахара? Там же глюкоза, это нужна для работы мозга. И он на вас не накидывается. Да что, это же вообще, это же так вредно. Сахар – это белая смерть. Вы же не накидываетесь друг на друга, потому что вы в этом вопросе абсолютно самодостаточны. Вы для себя убедились, что мне вкусно с сахаром. Мне вкусно, я кайфую от этого. И вам не нужно, чтобы кто-то вас одобрил, либо сказал что-то, либо еще что-то. Это ваше убеждение. Точно так же, как и вашего собеседника. Он говорит, а я люблю без сахара, я так чувствую вкус чая. Я его по-другому воспринимаю. Мне так кайфово. И он тоже у вас не спрашивает об этом. Потому что вы оба состоялись в этом вопросе. Но если человек, который там какое-то время живет без денег, и начинает хаять и гнобить того человека, который живет с деньгами, то это о чем говорит? Ему хочется этих денег жутко, но он не может их взять, потому что он изначально внутренне беден. Внутри него дыра, пустота, бедность. Именно поэтому он так негативно реагирует на каждую копейку, потраченную кем-либо другим. И вот этого момента, это же самое простое, об этом почему-то никто не говорит. И все начинают там, причем они к ним тянутся, то есть такие же, как он, говорит, да-да-да, вот это нужно делать без оплаты, вот это вот нужно босиком ходить по стеклам, по асфальту, по харчкам, по смычкам, но это природа, не нужны мне никакие сандали, не нужны мне никакие деньги, я сам думаю, домой приходит, думаю, боже мой, как я уже хочу нормальную, удобную обувь, чтобы нормально пройтись, не ходить по этим вот, я не знаю, по этим стеклам и грязному асфальту. Но немножко-то тоже вот есть же какая-то грань, и когда мы идем вот это вот на разбалансировке самом себе, мы внутри ничего для себя не построим, ты никогда не выйдешь на уровень осознания, потому что ты сам себе признаться не можешь. Осознание – это то, что ты, твое сознание пробудилось, сознание – это ты. Когда ты начинаешь врать самому себе, уговаривая себя, что тебе это не надо, то это же получается ерунда, это разбалансировка, ты решето изначально уже, ты здесь решето, ты здесь решето. А какой вообще, я не знаю, о каком такой душевности и духовности ты вообще говоришь, если у тебя не проработаны все грани самого себя? Мы сейчас, ребят, живем в материальном мире, и я вам об этом уже говорила много-много раз. И если нам вот этот аватар дан для того, чтобы мы ощутили все прелести этого материального мира. Если мы не берем что-либо из материального мира, то у нас аватар начинает отсыхать, то есть он понимает, что все мной пользоваться не будут в полной мере, значит, я могу существовать на столько-то процентов, и он начинает угасать, потому что им не пользуются на 100%. Это же все связано. Внешний смысл там писать, рисовать и музицировать. Я, если честно, не поняла вопрос. Разве только через внешнее проявление можно выпустить энергию или чисто на энергии можно? В смысле там писать, рисовать, музицировать. Да почему писать? У вас, ребят, смотрите, я вот сейчас, у нас еще есть клуб вечных, да, и там мы вообще говорим про другие вещи. И вот эта вот энергия в нас, это же вообще не про писать, рисовать там или еще что-то. У нас, я уже, наверное, говорила вам,
у нас такой потенциал в нашей клетке, он такой глобальный, он такой всеобъемлющий, и он такой глубокий, что его, во-первых, мне на язык, которым мы говорим, это достаточно сложно перевести, это первый момент. А второй момент, это не для общего эфира. Но на ретрите я сейчас ребятам попробую, мы с ребятами как раз после ретрита, мы вам скажем, они попробую с ними заглянуть в клетку, попробуем раскрыть эту клетку. То есть у нас каждая клетка – это целый космос. И мы попробуем пойти на раскрытие, чтобы они хотя бы почувствовали, что внутри, хотя бы одной клеточкой прочувствовать самого себя, а там у нас миллиард. Вот то, что мы называем Вселенная, это вот столько от того, что мы есть на самом деле, что в нас есть. Представляете, это сколько всего? И это, конечно, не прорисовать. То есть, конечно, когда мы говорим, ой, у меня там открылся потенциал, я начала там рисовать, писать, музицировать, это в тебе уже есть изначально. Что ты этим не пользовалась, это уже твое. Ты этим не пользовалась, тебе не показали, как этим пользоваться. Ты к этому пришла только вот сейчас, там, к какому-то возрасту. А это изначально есть все в тебе. Именно поэтому я и хочу, чтобы мы с вами не только вот так вот расширялись и открывались. Именно поэтому я и хочу, чтобы мы с вами научились себя настолько реализовать и раскрывать свой потенциал, чтобы мы своих детей изначально уже не плющили с рождения, а вскрывали. Потому что это и есть космос. Если мы научимся своих детей сразу же раскрывать, когда вот этот мозжечок-то, почему у нас раскрыт-то? У нас каждая клетка на раскрытие. Если мы научимся этим пользоваться, если мы правильно через внутреннее, это говорить не надо, Слава, если мы через внутреннее поможем нашему ребенку раскрыться, чтобы эта энергия потекла, а не закрыться, то это будет, знаете, какой космос? Именно про это я и веду, именно про это я и говорю, уже даже не про себя. Я, конечно, раскрываю, но мне хочется там, чтобы мои дети и мои внуки, чтобы мои внуки уже, они чтобы уже шли изначально в другом потоке, в другом энергопотоке, потому что у нас не только мозжечок открыт, у нас открыто, когда ребенок рождается, каждая клеточка, если хотите, в каждой клеточке есть этот мозжечок открытый, но мы его закрываем точно так же, как и мозжечок. Но это уже другая тема, это уже более такая глубокая. Вот. Ребят, есть какие-то вопросы еще? Если есть, задавайте, пишите, и можно голосом сказать. И, видимо, про детей нужно будет еще потом, видимо, эфир сделать, да? Ну, посмотрю, как по отзывам будет. Вот, потому что мы себя губим вот этим вот враньем перед самим собой. И чем больше я этого понимаю, тем больше мне хочется вот это вот рассказать. Я просто не успеваю постоянно вести эфиры, не успеваю просто начинать то туда, то сюда. То есть жить-то тоже хочется. И вам хочется дать. Короче, ребят, приезжайте на дольмены 2 числа, пишите в личку, приезжайте на ретрит, будем раскрываться там по полной, приходите, ребят, на марафоны, разные марафоны есть, приходите на консультации, заходите в закрытые клубы, потому что там тоже разная информация есть, то есть она, не, как правило, не повторяется, я пытаюсь там и там дать какую-то разную информацию. И вот насколько я могу, я просто не могу вот только в одном чате что-то одно давать, поэтому насколько меня сейчас хватает раскрывать вот эти вот все раскрывашки мои, да, которые мне открываются, я с огромным удовольствием их вам передаю. Просто не все я могу передать через, например, там, через видео, да, поэтому я делаю ретриты. Вот, то, что меня там просят сейчас ребята ежемесячные ретриты, не знаю, насколько это получится, потому что сейчас отели выставляют очень дорогие цены, я не могу по таким ценам выставить эти ретриты, потому что, ну, как бы это очень дорого, вот какие отели цены выставляют. Возможно, это будет, посмотрим, может быть, это будет в начале августа следующее, а может быть, только уже будет в сентябре или в октябре. Вот там столько информации, что промежуточная информация, она вылетит. То есть это все время же раскрывается вот это вот. И мне, я бы с удовольствием бы эти ретриты делала каждый месяц, потому что столько информации, сколько есть, она должна выдаваться пошагово, я не успеваю ее выдавать.
И получается, вот эти вот выпадалки, когда тоже не очень хорошо, а когда я уже вот на этом вот процессе, то вот этот процесс мне сложно уже давать, потому что, мне кажется, уже не актуальный, а вот этот вы не совсем поймете, потому что вот здесь вот не были. Вот, понимаете, сколько всего? Поэтому, конечно, мне хочется максимально с вами. Света, привет, ты в Сочи переехала, круто, где инфа про дольмены? А дольмены, ну, вообще, вроде бы, занялась ими организационными вопросами Настя, Настя Свиридова, наверное, знаете, Настя Импульс. Если не знаете, то напишите в личку, я вам просто перекину, это будет 2 числа. Сейчас я вам скажу. Найти. 2 числа. Я еще сама же ведь не до конца знаю. Так, вот. 2 числа на дольменах мы где-то часов в 12 там будем встречаться, потому что мы тоже поедем на электричке. Вот там от нас часов в 10 электричка идет. Вот, поэтому где-то в 12 часов на Волконский дольмен поедем. Это станция электрички Волконка, так и называется. Вот, поэтому там пообщаемся, посмотрим. Вот у меня сейчас, я сейчас вообще хочу проехаться по дольменам, потому что я очень хорошо раскрываются клетки, они прям просто раскупориваются на дольменах. Вы даже не представляете, как. Просто такой идет разбор мощнейший. Вот. И я хочу еще эту энергию, потому что хочется мне. Вот. Так, ребят, про дольмены сказала. Попробую сегодня. Так, я подписала. Ой, что-то ветер, дождик, что ли, сейчас будет. Вот, вроде все сказала на этот эфир. Ну, не все сказала, я, мне кажется, если меня не затыкать, я могу вообще сутки напролет говорить. Вот, поэтому, ребят, присоединяйтесь, вот у кого есть какое желание, у кого есть какая возможность, потому что возможности сейчас стараются делать раз. У нас есть от абсолютно безоплатной информации до платный разного уровня. Поэтому вот кто как хочет, поэтому для всех есть информация, ребят, я вот максимально, что могу, вам с огромным удовольствием даю. Всех обнимаю крепко-крепко, жду послезавтра на дольменах, жду на ретрите, жду на марафонах, вообще просто вас жду всегда, и очень рада, что вы со мной. Все, пока.